славна сегодня наша Родина, это заслуги наших отцов и дедов, которые беззаветно трудились и всю жизнь отдали за защиту социалистических идеалов, за будущее своих детей. Партии Ленина-Сталина советский народ в 70 раз увеличил внутренний валовый продукт страны. Нам с вами есть чем гордиться. Мы не изменили своим принципам, своим убеждениям. Мы победили неграмотность, беспризорность, отстроили страну, создали ракетно-ядерный щит, который и сегодня служит надежной безопасностью для каждого гражданина нашей страны. Великие стройки, Днепрогресс, Магнитка, поднятие Целины, БАМ, строительство заводов и фабриков. Это все эпоха развития социализма в нашей стране. Продолжалась эта битва. Мы отстаивали ее. И сегодня, в столетний юбилей Великого Октября, стыдно нам смотреть в глаза Владимиру Ильичу Ленину, что мы не сохранили власть рабочих и крестьян. Правильно. Кучка предателей партийного руководства пошла на сделку с капиталистами. Что лучший способ что-то отпраздновать, сосредоточиться на нерешенных задачах. Этот год сотню лет был рубежным. Долго на него ранения держали мы. Верили, что революция неизбежна в стране с воровским самодержавием на нерешенных задачах. Этот год сотню лет был рубежным. Долго на него ранения держали мы. Верили, что революция неизбежна в стране с воровским самодержавием